Сначала поливаем масло на нашу большую сковородку. В принципе, жарить рыбу-то что может быть проще? Берем рыбу, берем сковородку. Рыбы у нас в этом году много, поэтому масла мало у нас. Тут важно, чтобы сковородка стояла ровно. Снимаешь рыбку здесь? Муки ее обваливаем. Как рыбка называется? Рыбка называется подлещик. Подлещик. То есть маленький лещ. Маленький лещ. Кладем на большую сковородку. Все. Сейчас я придумаю, что-нибудь поставим, там положим. Маленькие зажигалочки или пачки сигарет, на чем обычно сравниваем. Линейки. Линейки, да. Половинного. О, хорошо вспыхнуло. Красиво. Давай еще раз так. Красиво вспыхнуло. Это зажигалка, что ли, очередная полетела? Я пытаюсь выровнять ее. Да, горячая сковородка. Не подержишь дома. Профессор, скажите, а для чего надо валять рыбу в муке? Ну, во-первых, не валять, валять дурака, а обваливать. Обваливать рыбу в муке, чтобы получить аппетитную румяную корочку. Так вот сейчас у нас получилось. Если этого не сделать, надо просто прилипло к сковородке. Алюминиевой сковородке. А если с тефлоновым покрытием сковородку? Тефлоновым первый месяц только работает ваш тефлон, а потом он портится. Рыба все равно прилипает. Потому что рыба очень прилипучая, зараза. В общем, нашу рыбу мы уже успешно сожгли. Нет, это у нас своя такая, просто, ну, такой рецепт просто, да, рыбы. Да. Поджаристый, да. Рыба поджаристый. Мы любим поджаристую рыбу. Ну да. Мы любим ее. Мы ее хорошо поджариваем. Да. Поджаристую рыбу. Хрустящие корочки. Да, 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 да. Вот это другое дело, да. А лимонную кислоту, когда вы добавляете, скажите, пожалуйста. Лимон выдавливаем после. Потом. Уже в готовую рыбу.